Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF Co-op, вторая ночь, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Все писали в комментариях, что будет не очень сложно, но очень страшно. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Это, Димас, то, что мне нужно, не очень, как бы, сложно. Не очень стыдно. Ну, не сильно видно, все, я понял. Ага, да, так и есть. Так, на улице дождище прёт. Это что, короче, 6 ночей будет, ну, дождь и так идти? Да, да. А если мы не хотим? Бонни, ты такой красивый. Ты перестаешь дышать? Да, я перестал дышать. Красавчик. Мне кажется, на второй ночи должен быть уже Фокси проявиться как-то, не? Не знаю. Фокси, ты у нас... Смотри, у него зубы золотые. Написали, чтобы мы внимание ему уделяли. Да. Харис. Зубы чистить надо, да. Пнуть тебя, что ли? А как? Не знаю, тут вроде как нельзя пинаться. А, понял. Было бы прикольно. Ой, печатаю какую-то матню. Напечатал, да. ЕВВВС это. Не читай, это очень сложное слово, это заклинание. Ой, что-то я подвис. А, это я просто в туалет погрузил. Да, кстати, у меня прогружается в это время. У двоих. Да, я туалет зато нашел, все нормально. Этот туалет уже сам прогрузился. Дима, ну если они сюда придут? А, закрыться нечем. Да-да-да, надо, Дима, держаться того места, где есть хотя бы дверь, чтобы можно. А, в туалете можно закрыться. Да? Да. Оп. О, да, вижу, энергия тратится, Дима. Все, ой, смотри. Покажи, где ты закрываешь. Вот. А, ну все. Значит, Дима, если же к нам пойдут аниматроники, мы просто закроем эту дверь. Ну, знаешь, в чем прикол? Мы сейчас закроем эту дверь. Если к нам придут аниматроники, мы уж потом не выйдем. То есть нам придется все время всю дорогу держать закрытую дверь, понял? Кому-то опять люк канализационный на ногу упал. Не, Димас, это гитара упала у Бонни, смотри из рук. Да, такой звук стрёмный. Да-да-да, смотри. Это значит, что он сейчас будет идти, Димон, я знаю, да, он всегда он так делает. Готовится. Он разозлился, гитару о пол кинул. Ага. Ну уже, конечно, пол второго уже, Димас, конечно, ну, надо уже проявляться. Да я и спать хочу что-то уже. Так, Димас, а как понять, что это вторая ночь? А было написано в начале Night 2. Димас, еще попробую на столе как-то выжить. То есть, Димас, когда они к нам забегают именно в нашу вот этот офис, они нас... Ну, то есть мы не проиграем от этого, мы проиграем, когда они нас убьют, понял? Нам мне написали, что надо в мастерской на шкафчик запрыгнуть, только здесь они не достанут. Вот тут... А, вот! Вот здесь они не достанут, точно. Точно? Да, два попробуем, я тебя подсажу, иди сюда. Ну давай, не, давай я тебя подсажу, я хочу тут... Хорошо. Это... Давай как попробуем. Ты? В уголок, чтобы с угла мне было удобно. Давай. Эй, ты корова. О. Давай. Димон! Ого! Ребята, спасибо вам, что вы пишете классные комментарии. Если вы знаете что-то еще, пишите еще. Да, мы еще прочитаем. Димон, к тебе аниматроник должен был бежать. Ну ладно, я пошутил, ну ладно. Должен был бежать. Страшно, да? Да нет. Очень классная нычка. И чувствую себя здесь комфортно и уютно. Здесь тепло. У меня с носу потекло. Так. Че у тебя за странные приколы? Ну, мне кажется, эта ночь будет слишком легкая, чтобы так прятаться прям. Да, это когда вообще будет хардец. Да, то когда там заныкаемся. Шестая дополнительная ночь. Опа, опа-на. Слышишь, кто-то просто... Тихо, канализационные люки, кто роняет. Ну-ка, Димас, отвернись, давай отвернемся просто, не смотри туда. Давай, пошли вообще к нам в этот в офис. О, тут камера показывает прям сцену, мы увидим, Димон. А, мы увидим, но тогда... Конечно. Так, смотрим. А не знаешь, как у то в пингвинок фотку подменят, типа? А сами уйдут. Да-да-да, зацикленная фотка. Придем, а там на камере скотчем приклеено. Так, что-то они не нападают. Тогда в 2 часа уже Бонни нападал. Что такое? Ты как? Что это такое? А, это камеры приключают, Дима, смотри. Дима, может возле них побегать без трусов? Да не, не надо, трусы одень. Пацаны, мы тут. Вы что не играете с нами? Димас, ты так близко-то не подходи. А может надо, короче, завести генератор? А время-то идет. А время-то идет, что? Генератор заведенный. Да, я слышу, как он гудит. Мы еще в первой... Димас, Бонни куда-то пропал. Нам, кстати, написали, что если генератор сядет, даже во время ночи, можно ключ найти рандомно и опять завести его. Димас, Бонни нету. А, Бонни... Вот он,
Здесь, смотри, смотри, смотри. Мужик, видишь, ты чё пропал? Ты испугать нас решил? Опа, опа, да-да-да, Димон, он стоит. Я успею, Димон, я очень быстрый. Тут shift не работает. А, shift, наоборот, замедляет. А! Опять кто-то роняет какие-то штуки. Железные. Я упал. У тебя в карманах мелочь какая-то тяжелая. Так, так, так. Это ты делаешь, да. Чика стоит, Фредди стоит. Фокси сидит. А, Чика бежит за нами. Я вижу, Димон! Она стоит! Да не, она Димон стоит. Она хотела запрыгнуть на эту штуку. Может, она может? Она не могла. Она, короче, могла запрыгнуть, мне кажется, на эту. На стол. Опа, Боня повернул, Аня. Димас, сейчас мне кажется, что сейчас нам хана будет. Не, мы затащим. Или нет? Или да. Давай, Димас, ты иди на ту дверь, я на эту дверь. Мы сейчас закрываемся. Все, стоим. Значит, как будто. Кто-то идет, да, слышишь? Димас, это ты, я тебя вижу. Я слышал, как будто кто-то ногами шагал. Слышишь? Вот они ходят, ходят, ходят. Я закрываюсь. Димас, тут дверь-то открой, а то сейчас мы умрем. Открываю. Вот. Во, потом... громко, ну круто, вообще антуражно стало. А то мы раньше времени... погибнем. Ага. Ты, Димас, а мы услышим, да, их? Ой. Димон, я пойду на разведку. Давай разведай всю обстановочку. Прикрывай меня, это очень опасное дело. Ух ты, там Бонни стоит прямо за моим углом. Димас, да ты, конечно... Я даже испугался, когда выбежал, посмотри. А, да, вижу. Я успею закрыть дверь или нет? Димас, я тебе скажу, куда побежите, я тебе крикну. Окей, босс. Иди на свои двери. А мы обежим, Димон, да мы обежим. Зачем эту энергию тратить, мы проиграем так точно. А где Чика? А Чика там пошла к выходу. Слышишь? Пошел. Бонни бегает. Он остановился. Остановился. Димас, он за мной бежал. Он за мной бежал. Я слышал. Остановился. Блин, это круто. Какие с Animatronics 2 звук. Димас, спаси меня. Димас, они бегут? Спасай. Я не знаю. Тут вообще очень стрёмно здесь. Никого нету, но они, блин, во второй ночи очень активные. Бежит! Димас, я, блин, убегаю. Офигеть. Вот это я... Сейчас обосрусь. Это жесть. Димон, мы дозатащим или нет? Читай 5 часов. Смотри, в той ночи, Димас, Фокси проснулся. Фокси, Димас. Я закрыл двери с той стороны. О, короче, не-не-не, он просто, он сидел, он теперь встал, он теперь стоит. Не знаю, видно, ребята, вам не видно. Я пойду посмотрю. Аж три аниматроника. О, встал. Да-да-да, видишь, он типа как терминатор встает. Терминатор? Реально? Вот, Димас, он выпрямился. Так, мужик, не психуй. Мы свои. Димас, готовься закрывать дверь. Окей, босс. Бонни тэпнулся, Бонни куда-то тэпэхнулся. Чё за нападение агрессивное? Короче, где-то Бонни, он телепортировался, Димас. Вот он, Димас, слева, сбоку. Закрывай дверь, эту, закрывай, отлично. Так, Димон, у нас хватит энергии, мы можем закрыться. Иди сюда, смотрите, Бонни. Ух ты, ах ты хитрец. Почему я тебе сказал закрыть двери, потому что нам бы сейчас хана было бы. Так, вижу Чику, вижу Фокси. Так, я буду за Бонни наблюдать, потому что он сейчас находится... Что за звук стрёмный? Это Фокси, Димас. Ты, крючкоед, иди сюда. Крючкоед. А как на него сказать, я не знаю. Димас, он уже крюк аж поднял. Он сейчас, ах ты, все, жопа. Димас, он сейчас побежит. Вот я сейчас вангую, он сейчас побежит. Димон, это сейчас... очень стрёмно. Пару минут, Димас, он побежит. Вот сзади аккуратно Бонни. Блин, они окружают нас? Так я буду пока за Фокси наблюдать. Если я сейчас тебе скажу, если что, Димас. Как он побежит. Он, так, вот, Чика... вот в этой ночи он 100% побежит. Димас, бежит! Бежит! А, закрывай быстрее, закрывай. Ты слышал, как он шагает громко? Да. Слышишь? А он быстро. Бежит. Я его слышу. Димас, нам Димон, он разозлился на нас. Нам хватит энергии, хватит, 100%. Ребят, это вот это хардкорней ночь намного. А мне нравится. Это было эпик. Под конец Чика проснулась, а вообще только Бонни был полночи бегал. А тут аж три аниматроника, офигеть. Так, что-то никого не слышу.
Он разговаривает. Затащили. Ребята, мы это сделали, наконец-то. Давай рассмотрим теперь Фокси. Так, Чика стояла здесь. Бонни нету. Чика здесь. А Бонни там же, наверное, где я ее тебе показывал. А где Фокси? Фокси в мастерской. Он до сих пор дун-дун-дун делает. Он в мастерской. Ого, какой звук классный издает. Слышишь? Да, слышу. Блин, ребята, если вы хотите продолжение этой игрушки, ставьте лайкосик, пишите комментарий. Мы с Диманом только за. И я даже за то, что если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.